С начала присматривались к региону на расстоянии, рассказывают руководители Кировского банка Хлынов. А когда клиентов из Чувашии стало много, решили открыть здесь отдельный офис, 35-й в России. С бизнесменами нашей республики банк Хлынов заочно работает уже 2 года. Предприятиям региона выдали займов на общую сумму 400 миллионов рублей. В основном это долгосрочные кредиты. Нам стало тесно в городе Кирове, потому что банк растет, развивается, и у нас очень интересные проекты, продукты, которые банк предлагает. Поэтому я думаю, что будет полезно открыть этот филиал нашего банка в городе Чебоксары, поскольку мы уже открыли в Йошкар-Оле. У нас есть уже представительство в Ижевске, и мы думаем, что мы, значит, как бы вот развернем эту сеть, кировскую сеть во всем ПФО. Тем более, что регионы Поволжья, как соседи, близки по экономическим интересам, говорят в банке. В основном в банк Хлынов приходят из электротехнического кластера, пищевой отрасли, розничной торговли и сферы услуг. Мы говорим сейчас о доступных кредитных ресурсах. Мы говорим о бесплатном расчетно-кассовом обслуживании. Для физических лиц мы имеем возможность предложить качественные продукты, которые удовлетворят практически все их потребности. И все это мы оцениваем как наш партнерский вклад и желание развивать и развиваться вместе с экономикой Республики Чувашия, с городом Чебоксары, с малым бизнесом. Пока новый офис набирает обороты, выстраивает рабочий процесс, проходит обучение специалистов. Здесь 3 окна работы с клиентами, а пополнить транспортную карту или оплатить любые счета можно в зоне 24/7. Несмотря на то, что банк Хлынов в Чувашии игрок новый, руководство ставит перед собой задачу взять на себя роль основного кредитора региональной экономики.